Близится Рождество, и все аллеи, скверы, церкви и лужайки у домов в Мексике наполняются вот этими необычными цветами. Названий у растения много. В мире оно известно как пуансеттия или молочай красивейший. В Мексике цветок называют «рождественская звезда», поскольку цветет он в период праздника, да и по форме напоминает вифлеемскую звезду. А ацтеки называли его «куэтлашсучитль», что означает «цветок с лепестками, прочными как кожа». В праздничный период продажа растения – прибыльный бизнес. В этом году Мексика планирует продать около 16 миллионов цветов. В доиспанские времена цветок «рождественская звезда» использовали только в религиозных обрядах. Они были посвящены ацтекской матери-земле Тананцин. Название «пуансеттия» появилось в 1830 году. Тогда первый посол США в Мексике Джоэл Робертс Пуансетт отправился в дипломатическую поездку в штат Геррера. Его поразила красота цветка. Позже он начал выращивать его на родине в штате Южная Каролина. В наши дни пуансеттия популярна во всем мире. Рождественскую звезду экспортируют во многие страны Европы, в США, Азию, Африку. Но этот цветок, который также называют пуансеттией или цветком любви, это лицо Мексики в мире. В 2014-м объем экспорта этого цветка составил 1 миллион 200 тысяч долларов. Главные покупатели пуансеттии – США, Канада, Никарагуа, Гватемала и Южная Корея.